Ой, наконец-то, сейчас была репетиция, а теперь официально. Группа «Марсель» на дне поселка Лисий Нос. Уважаемые дамы и господа, просим вас собраться поближе к сцене. Отлично вообще. Мне кажется, в этом году у вас еще больше. Но единственное, что в этом году холодно совсем, да? Вот, поэтому мне пришлось отобрать у какой-то девочки колготки. Нос растет, да. Вот, если что, внизу у меня пошнали колготки, а девочка, прости, пожалуйста, вот, после концерта верну. Поэтому, дорогие друзья, второй год подряд мы с вами здесь встречаемся. Это стабильность, понимаете? Хоть где-то у нас стабильность есть, поэтому дайте шума, дорогие, с праздником! Смотрите, друзья, реально вас еще больше в этом году, поэтому я понимаю, что ветер дует холодно, но здесь я постараюсь прикрыть своей широкой, не худой спиной вас, поэтому, друзья, дайте шум и давайте греться вместе. С днем рождения, поселок Лисий Нос, с вами группа «Марсель». Это песня для тебя! Поехали! Я хочу услышать Лисий Нос, друзья! Напоминаю вам, что группа «Марсель» поет только вживую. Танцуют все. Твои руки запомнят меня, как летний дождь. Улыбаюсь, когда ты навстречу мне идешь. Ты мне веришь, знаю, а я верю лишь тебе. Ты все то, что было, то сгорает в огне. Все конверты порваны, мосты разведены. Мы с тобой, как дети, невероятно влюблены. Засыпая рядом, я шепчу нежно обняв. Слышишь, Лисий Нос, это песня только для тебя. Это песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Ноты падают, как дождь, скрыши. Все круче, все ближе. Это песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Ноты падают, как дождь, скрыши. Все круче, все ближе. Я хочу услышать вас, друзья. Эти строчки превращаются в новый куплет. Если ты не рядом, мной выключается свет. Но всегда в окне моем огонь тихо горит. Это ты по мне скучаешь где-то там внутри. Нарисованные стены готовы к тому. Там, где люди забирают сердце на засов. Забери меня и никому не отдавай. Пусть когда мы рядом, это похоже в лесу. Это песня для тебя. Моя музыка тобой дышит.